Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Волшебная страна Оз». Так, чудеса, у нас, видно, есть монетка, жетон. Бронзовый, закинем. Так, и будем получать эссенцию. 1900. Грязная магия. Земляное ядро. Широкий взмах. И все. Скудненько, на самом деле, очень скудненько. Так, ну что, пошли продолжать играть в компанию, друзья мои. Так, мы с тобой дошли до окрестностей. Ага. Здесь мы завалили с тобой Босяцкого. А сюда я могу пойти? А, мы уже прошли, да, этот пункт. Хорошо. Нет ничего лучше, чем встретить знакомое лицо на опасной дороге. Какой приятный сюрприз. Хм. Эй, а почему у всех рот до ушей? Чему вы так рады? Он же магически восхитительный. Любопытно, похоже на тебя, юная мисс, этот эффект не действует. Эй, старик, ты пытаешься навести на нас чары? Прекрати сейчас же, иначе познакомишься с моими ножами. Насилие никогда не решает проблем, мисс. Но, может быть, любовь укажет тебе путь, когда будешь к этому готова. Кто? Кто это был? Это был Косматый. Офелия, еще один истинный друг нашего королевства. Он владеет одним из самых могучих магических предметов страны Оз и умеет вселять обожание во всех, кого встретит. Должно быть, он здесь по заданию королевы. Нужно его догнать и воспользоваться силой магнита любви. У меня просто нет слов. Какой-то странный чудик был. Так, враги. 6 бронтозавров этих. Часы ленивые, но острые колючки защищают их сон. Ага, чисы. Ну что, я, наверное, возьму Офелию. Неподалеку отсюда то кукурузное поле, где Дороти Гейл нашла меня много лет назад. В то время она была просто сбитой с толкой девочкой, далеко от дома. Но после всего, что случилось, она решила остаться тут? Она полюбила страну с всем сердцем, Офелия. Знаешь старую поговорку? Дом там, где сердце. Да. Нормальная поговорка. Ну что, давай посмотрим. А, ну тут понятно, чисы. Видишь, они спят. Хоть не тревожь их на самом деле. Так, у этого меньше всего здоровья, поэтому давай сюда и ударим. Все, пробудился. Пробудился, да? Давай так сделаем. Сразу одного накрыли. Так, теперь нам надо этого бомбануть. 135 здоровья у него. Даже не знаю, ну давай сделаем так. Пробиваем. Так, теперь надо с тем разобраться. На тебе. Чуть-чуть не хватило добить. Крит. Так, я так понимаю, здесь у нас несколько волн. Ой, опять они тут спят, а? Вот этот будет слабее, получается, да? Так, а это что у нас? Нанесите удар, когда этого меч всего ждут. Давай. А он ждал. 180. Ну, поехали. Да, это мне что-то как-то боком все вышло, да, получается? На тебе. Есть. Две волны, получается, было, да? Эссенция. Ключ. Ледяное ядро. Новинка. Швырните ледяное ядро в одного врага. Урон дальнего боя. Стихия льда. Озноб. Шанс 100% на 4 хода. Наносит урон 148 целям с ознобом. Понял.
То есть, если он замороженный, ты бросаешь этот комок, он еще получает урон. Что, кот опять принюхиваешься? Быть может, я не просто удивлюсь тому, как давно ты не мылся. Веди себя вежливо, или скажу им, как тебя зовут по-настоящему. Нет, не надо. Ого, у нашего котика есть тайны? У всех есть секреты, большая грива. Не потому ли ты бахвалишься медалями? Бьюсь об заклад, ты не всегда был таким смелым. Опа. У нас есть отвороточка, друзья. Но здесь нужны ключи. Давай-ка посмотрим, сколько. О, 15. Блин, пока мне туда не пройти. Ладно, давай двигаться сюда. Ух, врагов-то сколько. Может быть, нам взять дровосека здесь? Так, не прокачанный почему-то, надо улучшить. Так, мы улучшили. Слушай, изменить набор надо. Надо, во-первых, глянуть, что у него за карты. Так, вот это тоже можно прокачать. Удар с размаха. И вот это. Рваный удар. Еще где-то что-то можно прокачать. А, вот это вот карта, да? Так, ну что, теперь посмотрим. 290, 93. 93 это слабо. Как по мне, надо менять этот удар, даже если взять масляная ванна, и то будет лучше. Так, здесь у нас ничего нету. А бронебой это что такое? Ага. Убирает всю броню. Это, кстати, вещь может пригодиться. Ну, у нас очень дорогие по манне карты. Вот в чем дело. Очень дорогие. Так, железный натиск. Такого нету. Нанесите одному врагу крушащий удар. Урон зависит от вашей защиты. Оглушение. Угу. В лавке, в лавке. Так, ударьте одного врага и нагоните на него. Контрудар на 3 хода. По координации воздействия нанесите ответный удар в ближнем бою с уроном 61. Вот это контрудар мы как раз-то с тобой и возьмем. Вот так вот. Ну все, попробуем. Именно железным дровосеком сыграть. Битва. Хотя, не знаю. Врагов слишком много. Этого трогать пока не будем, пока он спит. Начнем, наверное, с этого. Так, а хил я с собой не взял, да? А этот лечится, пройдоха мелкий. А можно сразу швар... Куда ж ты бьешь-то, господи? Надо было бить-то по крысенышу. Давай так сделаем. Да ты заколебал, еще и лечится. Ну-ка. Что у него? У него броня, ё-моё. Пробитие брони надо было, конечно же, делать. Так. Ну, здесь понятно, здесь обычный удар. Блин, боюсь, не выживем, не вытянем. Дважды полосните одну цель, дважды. Есть только вот эту вот цель полоснуть, дважды. Окей. Не хватит, чуть-чуть буквально добить, да? Не то все. Так, это контратака, контрудар, ребят. Ну что, попробуем. Оглушили? Оглушили. Добиваем. Давай так. Все. Надеюсь, прошли. Еще волна? Ну, боюсь, тогда все, нам крышка, друзья.
Боюсь, нам крышка нас сейчас запинает. Вот это да. Серьезный противник. Так, знаешь, что нам тогда надо будет делать? Может быть, взять страшилу? Как вариант. Ну, почему страшила? Потому что, ребята, у него, во-первых, дальняя атака. И нам не придется бить, особенно вот этих вот колючих. Просто издалека их бомбашить, и все. Попробуем. Оу, сразу троих, зачем? Ну, трындец. Ну, началось. Так, это он на себя повесил щит. Минус. Щит очень быстро разбивается. Еще и яд повесили на нас. Так, отравление, оно проходит, когда мы переходим с тобой? Нет, яд висит. Висел, по крайней мере. Призовите волшебной силы щит с магическим домом, который дает защиту на 3 хода, пока не стащится. На 4 хода насылает озноб на всех врагов, атакующих в ближнем бою. Озноб. Одного могу шваркнуть. Блин, да это массовая атака. Нет, не пойдет. Не пойдет, друзья. Страшило тоже. А этот еще и... Я не пойму, что там у него висит. Щит очень слабый. Если честно, он очень слабый. А тем более сейчас эти три великана выйдут. Они запинают просто-напросто своими валунами. Ну и что, у меня максимальное внимание. Все, да? Тут, по-моему, без шансов. Вот такие вот пирожки. Бедолага страшила. Тоже подбили. Неужели только Офелия справится, а? Давай Офелию тогда возьмем. Попробуем за нее сыграть. Железный дровосек не справился. Так, ну что, бомбим сюда вначале. Так, критовочка вышла. На-ка. Так-с. Давай вот так вот. Угу. И метнем, чтоб... Блин, это не метать. Это ближний бой, надо было метать оружие, чтобы не получить урон. Вторая волна. Удар, когда его меньше всего ожидаешь. Хорошо. На-ка. И не добил, да? Да куда ж ты бьешь-то все в ближнем-то, блин? Надо издалека бомбить. Но здесь, я не знаю, друзья, сейчас тут раскурочит, походу, дело меня. Там чуть-чуть буквально... О, раз, два. Сейчас этот валун еще бросит. Так, друзья мои, я что-то... Честно говоря, вообще не знаю, что делать.
как быть-то? Мне кажется, тут надо лечение брать с собой. А, подожди-ка, у нас же еще есть камни. Так, подожди. Так, здесь улучшим. Грязная магия. Швырните волшебную пыль в одного врага. Урон дальнего боя. Слепота. Это хорошо, кстати, насчет слепоты. Насчет слепоты. Так, 8-4. Это фигня. Конечно же, такие удары надо убирать из нашей. 134. Так, помутнение. Это что такое у нас? Сверхъестественно быстро равнитесь вперед. Рванитесь вперед и наносите урон одной цели. Повышается уклонение. Возьмем. Так, зачарованный бросок у нас есть? Есть. Вихрь ножей. Снаряжен. Звуковая волна мне как бы не нужна, я думаю, так. Это не найдено. Огненные жуки. Призовите 5 огненных жуков, которые атакуют 5 случайных целей. Ну вот это еще можно взять на пробу. А что за теневое зелье? Выпейте волшебную микстуру, которая восполняет немного здоровья и сильно повышает уклонение на один ход. Уклонение на один ход. Заманчиво, заманчиво, если честно. А грязная магия это что? А, пыль. Слепоту нагоняет. Пыль, слепота. Хм. Попробуем, что ли? Так, у нас умение. Умение, лавка. Так, в город. Крепко тут, однако, я тебе скажу. Крепко. Крепко нам достается. А что дальше будет, я не знаю. Так, давай посмотрим. Пыль. Блок. Так, урон цели нанесите. Ну вот этой цели можно. Ага. Добьем. Так, ну а здесь. На-ка тебе. 38, да? Пускает. Окей. Так, что мы с этим сделаем? А тут же, по-моему, наносит случайный урон троим. Поэтому сделаем, наверное, вот так вот. Почему написано блок? Сильный удар по всем врагам. Пока не надо мне делать по всем именно. Так, что у нас дальше? Дальше у нас вот так пойдет. Разбудил этого ханурика, да? Ой, зря. Метай нож. Ну, у нас остается 530 хп. Половина. 246. 246 получается. Ну, давай вот так вот, наверное. Как же вы больно бьетесь-то, а? Своими валунами. Ожоги не получает, да? Попробуем. Хотя бы так.
Блин, сейчас валун бросит. Попробуем. Есть. И добивка. Прекрасно, ребята, все у нас вышло. Справились мы с этой командой. Серьезный был враг. Тут не поспоришь. Ключик. Два даже ключа, да? Так, удар из-под тишка. На две звезды. Да. Так, сундук. Бронзовая монета. Ключ. Пять ключей. Так, бронзовая монета — это хорошо, поэтому я пойду сразу использую монету эту. Так, эссенция, ну, понятно все. Рваный удар — это у нас для дровосека. Сила инерции тоже для него же. Волшебный луч для страшилы. И все. Камни. Мне нужны, ребята, камни. Эти руны, которые можно повставлять. Самоцветы. Так, снарядить. На нашу хватит, интересно. Эволюция 3. Так, на страшилу. Здесь можем отмыть. 2 к скорости, 3 к скорости. Так, постой. 40 здоровья, 65 к здоровью. Воткнем. Так, что еще у нас тут можно? 40 здоровья. Допустим. Так, у железного дровосека всего лишь 20 к здоровью и 6 к уклонению. Поставим так. Настрашили. 10 к защите. 10 к атаке. 4 к уклонению. Ну, а Фелии тут все нормально. 6 к криту. Так, а по поводу улучшения, сколько нужно? Ух, дофигище. Тоже много. Да, шаров этих нужно дофига. Так, арена, умение. Пошли дальше на компанию. Так, у нас диалог. Эй, вы там, стойте! Кто вы и куда идете? Простите, разве для простой оздоровительной прогулки требуется комендантское разрешение? Что вы еще придумаете? Нумерованные ошейники с заклинаниями для прослушки. Простите, сударыня, но этот регион охвачен беспорядками. Мы можем проводить вас через лес? И запереть меня в тюрьме вместе с хулиганами, геликанами и гномами-террористами, чтобы я вымаливала крошки со стола бюрократов из изумрудного города. Сударыня, чудовища рыскают по округе и крадут самоцветы. Они нападают на мирных жителей по всей стране живунов. Это опасно. Они того и хотят, чтобы вы боялись. Когда живешь в страхе перед близким врагом, с радостью обмениваешь свои права на иллюзию безопасности. Это заговор. Простите, вы в своем уме? В лесу есть грибы, просто упоминаю. У меня хватает ума, чтобы понять, куда ветер дует. На горизонте маячат перемены. Теперь каждая женщина должна постоять за себя, и я возьму бразды в свои руки. И сама найду себе путь к власти. Да, с головой-то у нее, походу, дело там полный финиш. Мохнатые охотники. О как. Ну что, Эфилия, придется тебе опять, наверное, повоевать с этими махнорылами. Так, этот с валуном. Ну, обезьяна — это фиг с ним. А вот этот вот, этот меня напрягает. Слепоту я на него повешу. Блок. Фига они там шпарят. Так, слушай, даже не хватит его убить, серьезно? Фига, 282... Ага, вот так вот есть, сука. Он ослеплен, да? Два хода. Так что я имею право...
У него еще уклонение сработало. Ярость. Подожди, но ведь блок же должен был сработать. С какого перепуга-то? Так. Кровотечение еще на нас висит. Ну, здоровски. Все, кровотечение повесили. Ой-ой-ой-ой-ой. Слепоту. Начнем с ослепления. Бумс. Этот сейчас еще ударит. Нет, ты должен... Да как же так-то? Ты же... Или мы не повесили? Да нет, повесили. А почему так плохо срабатывает ослепление? Ну-ка. Бумс. Сейчас это еще ударит, да, псих? По 45. Опять кровотечение повесил. Ну ты посмотри на него, а. Ожог есть? Есть. 108. В ярость впадает. Ё-моё. Тихо, 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 тихо. Натика, получите. Все. Да. Все сложнее и сложнее становится на самом-то деле. Топазовая руда. Так, новинка, размышление. Дает немного здоровья сразу и затем каждый ход в течение 3 ходов. 2 звездочки. Надо будет потом на 3 звезды обязательно перепроходить эти уровни. Да вы серьезно, что ли? Еще больше врагов. Рекомендуемый уровень 7 написано, но я что-то сомневаюсь. Почему-то вот меня берут смутные сомнения, что здесь 7 уровень там прям пройдет, разрулит ситуацию. 151. Но здесь можно сразу, вот этот двух крысеныша сразу вальнуть. Под критов он попал. Вот блок нормально, но 51-то с какого перепуга мы пропускаем, а? Скажи-ка мне на милость. Давай. Отлично. Блин, опять кровотечение вешает. Да что ж ты делаешь-то, Ирод? Погнали. Сколько здесь волн? 3? 3 волны, по-моему, будет. Да, 3 волны. Что ты мне тут хихикаешь-то? А смотри, тут еще меняется. Вот в этого, например, 151 урон. В этого 129. Хм. На тогда. Вау, лучник, я не увидел. Да блин. Так, давай-ка вжарим. Сгорел. Так, если мы с тобой сделаем... Есть. Четенько. Бежим дальше. Эльфы, да? Девятого уровня. На. Блок. Поехали. А могли бы убить одного из них, если бы атака чисто сработала бы. Давай добьем таким вот ударом. Все. Окей. Рубиновая руда. Уловка. Обманите врага и получите над ним преимущество. Повышает шанс крита на 50% в 3 хода. Ну, 3 звездочки. Так, обманите врага. Интересно. Так, что у нас тут опять? Косматый, мы знали, что снова тебя увидим, но не думали, что так быстро. Озма хочет, чтобы я поискал повсюду следы наших друзей. Я не хотел исчезать так быстро, но знаете, мой напарник не любит острых лезвий. Дерево их вообще не любит. Я деревянный конь, рад со всеми встретиться. А ты, значит,
Я Офелия. Прости, что напугала тебя в прошлый раз, но я всегда защищаю своих друзей. Похвально, Офелия. Озма очень тепло о тебе отзывалась и сказала, что ты прибыла сюда с бурей почти как Дороти. Но ты на нее не похожа, верно? Что верно, то верно. Все идет не так. Взять хотя бы эту ожившую ведьму. Кстати, быть может, нам удастся найти ее след. Магнит любви оградит тебя от ее прислужников, косматый. Езжай скорее вслед за ней и дай нам знать, что там найдешь. Конечно, дружище. Эй, мисс, позаботься о моих друзьях. Без них страна Оз не будет прежней. Так, опять тут ключ. У нас, значит, с тобой две лазейки есть. Но пройти не можем, ключей не хватает. Пока. О, нет, волшебные звери. Рекомендуемый уровень 8. То есть скоро меня прижмут, и я не... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это у нас без валунов. Ну, блин, здоровье, ты посмотри, сколько. Если я сделаю вот так вот. Хорошо критует, на 213. В ярость, еще ударит сейчас. Каждый. Ярость мне не совсем нравится. Слепоту надо на кого-нибудь повесить. Ускорение еще какое-то вешает. А ну-ка. И... Блин, нет, так не пойдет. Пойдет вот так вот. Ага. 66, почему-то блок не сработал, к сожалению. Ладно, фиг с ним. Так, пошли далее. Ой-ой-ой-ой, с валунами-то с этим, блин. Но если бы шанс ослепления бы работал на 100%, было бы круто. Но он, блин... Видишь? Шиш там он срабатывает на 100%. Это еще и маг какой-то тут. Так, этого надо добить. Но он сгорит от ожога. У нас еще и ускорение. У нас... Блин, он лечится за счет меня, что ли? Я так понял, да? Ну-ка. На тебе. Да-да-да-да-да, Филя. Я понимаю, что очень хреново все это. Другого варианта нету. Придется терпеть. Пока только Офелия, по крайней мере, может справиться с ними. Так, золотой жемчуг. Земляное ядро. Это страшило. 3 звезды. Круто. Босс? Она? Что движет ею? Просто жадность и амбиции или что похуже? А сфига ли она сюда вышла-то? Вы меня преследуете? Идете по моему следу? Безобразие. Это что, классовая ненависть? Это довольно опасное место, а вы снова разгуливаете здесь одна? Разве женщине нужен надзиратель? Кстати, кто это говорит? Девчонка, разгуливающая с 3 вооруженными головорезами? Я не головорез, или все-таки головорез? Думаю, у вас не все дома, дамочка. Или, может, вы ведьма? Что? Какая нелепость. То есть, это, конечно, замечательный клуб. Но так просто туда не принимают. И если у меня нет магических задатков, по слухам, можно купить доступ в клуб. Клуб? Купить доступ? За самоцветы. Это новая валюта королевства. Перераспределение могущества в масштабах всей страны. Впрочем, очень скоро сами увидите. Давно пора было это сделать. Угу.
Все, она брякнулась. У нее кукуха, да, она улетела. Ого. 1310 хп. Что у нее там за статус еще какой-то висит? Ну, естественно, нож метаем. Ой-ой-ой-ой. Что она там творит? Так, слепоту, наверное, бросим на нее. На три хода. Блок, отлично. Но нам ступор повесили. Так, попробуем сделать так. Раз, два, три. Под крит она попала. Плюс метнем нож опять. Ты дышь, ничего себе шпарит. Тетя Мотя, на тебе. Так, сделаем рывок резкий. Плюс уклонение у нас. И плюс еще метнем нож. Хорошо идем, друзья. Так, уже не смешно, если честно. Ну-ка. Давай еще так сделаем. Все, и крышка. Закоротила у нее эту машину. Фига себе, гуляла одна, откуда-то вдруг взяла такую пушку. Так, белый жемчуг. Ох ты, трещина. Нанесите сокрушительный удар по земле, причиняющий урон одной цели и половинный урон соседним целям. Стихия земля. Вот оно как. Нет, я еще не так сильна, но стану сильной. Это воля судьбы. Ну да, ну да, в моем родном мире тоже есть такие. Грабят бедных и оправдывают это волей судьбы. Ну что, где твой тайник? Понятия не имею, о чем ты. Я просто общественная активистка и любительница природы. Мне и в голову не придет воровать. Эй, у вас за спиной. Стой. Ловко же она нас провела. Смылась, короче. Слушай, а что мы здесь можем добывать? Давай, а нет, у нас энергии мало. Так, здесь только самые отчаянные из темных эльфов смеливаются приручить этих ядовитейших пауков. Паучки, значит, ядовитые. Слышите шорох? Я отчетливо слышу какой-то шорох. Наверное, просто пауки. Я иногда съедал пауков другого, но ни один не издавал звуков. Ну хорошо, большие пауки. Я просто поинтересовался. Пауки. Большие пауки. Точно пауки. Начнем потихой. Сейчас травить, наверное, будут. Да? Ну, по 54, 81 урон. Зашибись. Так, что мы можем сделать? Сделать можем резко... Во, так сделаем. Заодно и ожог повесим, да? Отлично, ожог отнимает по 45 хп, две волны. Давай так сделаем. Угу, побежали. Эльфы. Лучник. На нас еще и яд висит. Как-то, блин, не кстати. На тебе. Был бы у нас нож бы, вот ядовитый клинок, было бы вообще топово, да? Спокуха. Блин. Фига, молнии. А если так? Все, успокоился. На-ка. Лыщ. Молниями он в меня там бомбил. Совсем оборзел. Так, необычный сапфир. 10 к атаке. Нож с вывертом. Это у нас для льва. На 3 звездочки. Шикарно. Просто изумительно. Так, переходим на следующую битву. Ну, здесь крысы. 10 и 1.
У нас заканчиваются энергии с тобой. Остается всего 6 энергий. Это буквально на 1-2 боя. Так, ну что, начнем, наверное, с метания ножа. 145. Ну, что бы тут сделать-то? Ольнули. Как-то жалко на него тратить вот это. Давай так, 3 удара. 1, 2, 3. Так, побежали. 10 уровня, да, должен быть тут один где-то. Нету никакого 10 уровня. Что это, мне присилы, что ли? Ну я не могу понять, но ведь вешаем слепоту. Почему он попадает? Ну как это работает? Кровотечение на меня повесили, а? Давай так сделаем. И добивка. Еще волна. 3 волны, значит, получается. А я-то обрадовался. Одного сразу шваркнули, это круто. Запускаем. Хороший удар, мне нравится. И еще волна. Да вы, блин, издеваетесь, что ли? Сейчас я не могу понять. На тебе. Это уже напрягает, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чего? Не понял я, друзья, как это так? Я на него метнулся, и он ему пофиг. Че один за 100? Не надо мне ничего покупать. Умение, не сдавайтесь. Попробуйте, говорит, прокачаться посильнее. Я попробую только. Так, что у нас тут? Так, а у меня монет нету? Нету, по-моему, никаких монет. Да. Что я хотел сделать? Я хотел пойти на арену. Не знаю зачем, но... Открыть. Опыт изумрудного города. Охотник. Так. Панцирный паук. Синий жемчуг. Выпускает, постреляв каждого врага. А как поменять? А, вот, набор героя. Ну, допустим, я улучшу паука, а можно мне заменить вот этого? Уловка. Итого суточка. Повышает шанс крита. Так, где встречается? Уловка. Я тогда не вижу смысла вот в этом. Я возьму, наверное... уловку. Раз нифига эта слепота не помогает, блин, нам. Так, а здесь? Здесь я возьму, наверное, охотника. Че себе тут? Попробуем вот так вот поиграть. Ну что, на аренку, друзья, рванем. В бой. Выполнять компаньон, который дополняет вашего героя и его умения. Ну, у меня умения какие в основном? Крит, дамаг.
Никакого, как говорится, волшебства, да. Только ловкость рук. Нашли нам мы противника, компаньона. Без гильдии тоже, да? Добро пожаловать. Рубит. Ну что, я, наверное, сделаю так вот. И уловочку. Да, у него тоже массовая атака, ребят. Мне нужно сделать вот это вот, активировать, и было бы вообще четенько. На поджоге, да? Крит. Почему он хочет убить мне паучка? Непонятно пока. Да, это как-то нелепо было на самом деле. Щитолом. Что, заюзаем? У него 161. Пора с этим покончить. Пора. Выживу ли я? Блок. Как, откуда блок? Как он срабатывает? Тоже непонятно мне пока. На-ка. Нормально. Я считаю, что неплохо я его наказал, этого железного дровосека. Звездный сундук еще какой-то получить можно. Поехали дальше, мне понравилось. Но, если честно, вот эти вот мои приспешники, они такой маленький дамаг наносят. Вот паучок хорошо держался. Паучок. А обезьяна вот эта вот как-то... мне не понравилось. Сейчас посмотрим, как она дальше будет себя вести. Если не очень хорошо, я, наверное, поменяю. Там совсем капельку урона наносит. Оу, щит. 77 кубков у этого страшилы. Откуда он взял вот этого компаньона себе, а? Скажи-ка мне на милость. Нормально в ступор запустил. Угу. Паучок, ну почему? Паучки, я так понимаю, эти рандомно. Угу, ну-ка. Сейчас эту обезьяну нам шваркнут. Уже шваркнули. Он сейчас доиграется. У него 111 здоровья. Ему, в принципе, один любой из моих ударов. Ему крышкой этому страшили. Если у него, конечно, нет какого-нибудь там хила или еще что-нибудь. Нету. Вот и все. Доигрался парнишка. Деревянный сундук. Еще один в копилочку идет там. Так, а тут же можно активировать же, да? Пошли, подожди. Я хочу поменять. Этот мохнатый лунатик. Что за награды? А, ого. За первое место 10 тысяч самоцветов, ничего себе. 10 тысяч самоцветов, это же дуреть. Так, что я хотел-то? Нафиг я вышел отсюда. Мне нужно было просто поменять набор героя. Просто поменять компаньона. Где вот компаньоны. Так, если я его уберу, кого мне с него поставить? Можно, в принципе, еще одного паучка поставить.
А где вообще эти компаньоны берут? Наносит урон одной цели. Ладно, фиг с ним, пускай остается. Мне другого просто никого не взять пока. Вот и все, ребята. Если бы было бы кого-то, ну, что-нибудь посерьезнее, я бы, наверное, поменял бы. Хочу глянуть, что в звездном сундуке. Так. Ох. 135 кубков у этого. Озноб. На тебе. Попробуем. Все мимо, все не туда, блин. Пострашили вообще, ребят, не попало. Еще утворяет. Давай бросим нож. Так, дальше страшило. Ходит, потом... А, подожди секунду. На. Паучок-то кого? ...126 к урону. Это еще лечится крысеныш мелкий. Озноб. Что-то слабо крит этот удар. Почему я вот на это не могу накопить? Не хватает маны мне. На тебе. 103 хп осталось у этого чувачка. Все, ему крышка, ребят. Ха, страшило, да выпендривался. Так, нам 31 кубок. Прекрасно. Погнали далее. У нас, видишь, зеленые сундуки выпадают и еще есть синие. Ну, видимо, в разных сундуках разное количество наград. Скорее всего, так это расценивается. Ох ты, Офелия против Офелии. Поехали. Ага. И что вытворяет? Это маг. Давай дальше. На тебе. Чего? Он лечит? Он ее лечит. Ты прикинь? Слепоту повесил на паучка. Поехали. Сам себя лечит теперь, да? Ну-ка. Он под ожогом. Я тебе победю. Что там орёт? Я могу что-нибудь крикнуть? Не знаю, как он обкричал. Так, 116 здоровья у вражеской Офелии. Этот совсем лечит, правильно, так и надо. И... Есть, от ожога. Ожог, ребята. Грубо говоря, от постепенного урона. Да, зебравлер погиб. Ну-ка, сундук-то будет мой? Ну а как же. Давай открывать. Так, эссенс, это хорошо. Опыт. А, вот где, значит, получаешь новых компаньонов себе. Все, 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 я понял. Так, крысу. Вожак стаи. Панцирный паук. Бронзовая монетка. Спасибо. Отлично, кстати, я тебе скажу. Ну, все, мы с тобой забили здесь сундучки. Так что нормально. Пойдем монетку с тобой потратим. Бронзовую, которую получили только что. Бросим ее в этот фонтан желаний.
Ну понятно, эссенция то это ясно все. Львиный рык дает дополнительную смелость на 4 хода. Масленка. Последний укус. Кисло как-то. Совсем кисло. Блин, а как же мне проходить-то? Так, задание. Мне нужно либо повысить уровень, либо что у нас тут? Ну, вот этих дофига надо искать. 10 к защите, 6 к шансу крита, 65 к здоровью. А где вот этого взять? Как он, когда он откроется, интересно? Ну давай еще разок попробуем. Давай еще разок попробуем пройти этот уровень. Но мне кажется, тяжеловато там. Слишком много волн. Для рейда нужны 3 звезды. Это понятно. Уловка. Может быть, уловку заменить? Тоже не особо хороший удар. Вот теневое зелье. Мы восстанавливаем себе здоровье, плюс повышаем уклонение. Интересно, а почему я здесь не могу взять компаньонов себе, именно в бою? Ходили бы мне, помогали, нет, только на арене, блин. Как-то так несправедливо, да? Ну что, погнали, битва. Попробуем. .152. Шанс крит сработал. Дай-ка я так вот сделаю. Уклонение и лечение. Вот это хорошо. Ты видел, чтобы уклонение сработало? Как там писали, прям обалденно. Я лично не увидел. Пошли на вторую волну. Массовых бы атак каких-нибудь побольше. Ну-ка. Угу. Гаденыши, а. Смотри, что творит, а. Еще и кровотечение, блин, повесил. Ну, зашибись. Так, этот 100% от ожога, от дуплицы должен. Так, побежали. Так, если мы сделаем... Начинается вот эта вот фигня, блин. Выпьем. Так, меня, по-моему, на следующей, вот на этой волне, да, ушатали. По-моему, здесь. Погнали. Блин, ну хоть бы одного бы вот убило. Нет, блин, наносит удар по всем. Вот этот крыс, блин, бомбит, а. Убей его. Yeah. Ну, радоваться-то рано. Хлебнем. Почему уклонение не срабатывает, ребята? Вот объясните мне, пожалуйста, ну-ка. Все, надеюсь. Да неужели, блин.
трындец прошли, ребят, мы с вами. Необычный аметист. Так, волшебный залп. На одну звездочку. Ну, тут понятно, я еле прошел. Я тут ничему не удивляюсь. Так, паучки. Даже калиды боятся заглядывать в этот уголок леса. Плотная пелена паутины не пропускает сюда солнечный свет. Ну, блин, паучью. Сколько, интересно, этих волн-то здесь было. Четыре волны. Ну как же так-то, а? Ёпарас, это смертельный яд повесили. Смертельный яд, ребята, повесили. Да вы серьезно, что ли, блин? Навешали, ты посмотри на меня. Этого яда. Это только была первая волна. Вторая. Да опять я отвешиваю. Ну ты посмотри. Что можно сделать? Сюда ударить. Не, мне кажется, вряд ли я здесь. Опять смертельный яд. Опять все тут до кучи. Эта пробирка фигово лечит нас. 63 к здоровью. Повышает уклонение 30% на 3 хода. Ну не вижу я, ребята, этого уклонения. Ну хоть ты тут тресни. Вот дамаг я вижу. Получаю, не кислый. Пипец. Я рассчитывал, что это вообще шваркнем. Ну, не шваркнули. Последняя, четвертая волна. Фигушки нам пройти ее. Да. Именно из-за того, что, ребята, лежит отравление, яд. А это кто там, что за кукла лежит, стоит какая-то. Было бы какое-то очищение бы еще, но его нету. Все, сейчас погибнет. А кто у нас хорошо хиляется? Может быть, попробовать железным дровосеком? У него все-таки... У него массовые атаки. У железного дровосека он может рубить всех. Давай попробуем. Возьмем железо. Только изменим набор. Посмотрим сейчас, что тут у него есть. Пока действует так. Ну, ага, в ближнем бою с уроном 61. Так, нанесите тяжелые раны двум соседствующим врагам. Еще и кровотечение вешает. Вот это вот, в принципе, неплохо, наверное, взять. Что-нибудь еще такое есть? Так, ураган. Подожди, ураган, это разве на нас? Нет, это же не на нас. Деморализующий удар. Бронебой. Трещина. Нанесите сокрушительный удар по земле, причиняющий урон одной цели и половине. Вот это, кстати, тоже можно взять.
7. 7 маны стоит. Да вы серьезно, что ли? Ну что, попробуем? Получится у нас, не получится, как бы я не знаю. Но особого выбора, как говорится, у нас нету. Знаешь, что я забыл взять? Я забыл взять масленку, чтобы хиляться. Твою налево, а. Вспомнил только уже, когда пошел в бой. Ответные удары, да, будем наносить? Там деревья что-то рухнули. Не, ребят, без масленки делать нечего. Да давай хоть ускоримся, что ли, я не знаю. Без масленки делать нам нечего. Сразу тебе скажу. Заклюют. Так, проверим, что за удар. Неплохо, неплохо. Излечить раны не могу. Как железный человек может заразиться ядом? Объясните мне, пожалуйста. Ну как? Он же железный, ё-моё. Железо не может принимать яд. Да не, запинает, ребят. Надо, когда идти сюда, надо было брать этот, смотреть. Как он называется, скажи, я скажу. Надо было масленку брать, масляную ванну. Вот, скорее всего, вот так вот. Сейчас посмотрим. Сдаемся. Потому что у Офелии, ну, эта бутылочка 63 маны основной, это как-то смех. Смешно, серьезно тебе говорю. Так, изменить набор. Ну вот смотри, а, масленку еще можно прокачать. Сколько он устанавливает? 125 здоровья, что ли, я так понимаю, да? Допустим. Так, и где у нас это вот искупаться? Блин, искупаться в этой. В масле. Вот. Искупавшись в масле, восполните часть здоровья и ускорите обретение маны. Повышает обретение маны 1 дополнительно. Так. Вот еще вот это вот взять можно. Ну вот так вот. Вот теперь посмотрим. Что у нас два с тобой лечащих есть эффекта. И посмотрим, помогут ли они мне справиться с этими паучарами. Еще бы, конечно, не просто лечиться, а снимать бы вот эти вот негативы. Всякие отравления, да, чтобы, ну, очищать эффект из себя. Вот это было бы круто. Яда уже напихали на меня целую короб. Сколько он самый здоровье, типа? 127. Ну-ка. Так, контратаку. Угу, хорошо. Добил этого паучару. Ну что, пробуем масло искупаться? Всего 107. Я-то так думал, там будет, блин, обалденное просто это. 107 всего лишь залечил их.
Вот попробуем. Ну, по 127 так неплохо бомбанул, если честно. Давай, масленочку. 127 к лечению. 127, так, 30. 40. Вырубил. Но все равно, блин, мало-мало восстанавливается лечение. Этого не хватит. Там еще сейчас третья волна, а потом еще и четвертая волна. И все это из пауков. Ядовитых. 107. Больше никак не получается восстановить здоровье нам. Нет, ну конечно, еще если прокачивать скиллы туда. Угу. Рубанул. Тяжело, черт подери, а. Сто семь. Я не успеваю, ребята, захиляться. Тут надо, чтобы с тебя снимался этот весь негатив паучий. Это... ну это трэш. Все, крышка. Дровосеку кранты. Я не знаю, ребят. Вот такие вот пауки. И проходить я дальше не смогу, потому что у меня закончилась энергия. К сожалению. Да. Вот такие, друзья, мои штуки-дрюки. Ну что, друзья, давайте я на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!